Всем здорово, пацаны! С вами Фрид. В этом ролике мы поиграли с лучшим читом под названием Нарсултан Клиент. Мы повыбивали в этом ролике кучу ресов. Также в моем дискорде или в моем телеграме вы можете скачать мой конфиг на Нарсултан. Ну а всем приятного просмотра! Короче, пацаны, тут мы залетаем на СС целой толпой, нас целых где-то 5-6 человек. И сейчас мы залетим. И вы офигеете, наверное, кого я убил, это просто жесть. Сейчас вам покажу этот фрагмент, потому что тут будет все скучненько, но сейчас я вам покажу фрагмент, где мы уже начали убивать. Короче, вижу, стоит типчик в уголку. Решаюсь все-таки на него налететь. Я даже не знал, что это тал карателя. Я по нему даю 5, ну, больше критов, и просто хп у него отлетает. Начинаю его просто, ну, прожимать, он мне пытается даже какой-то отпор дать. Тут я просто за ним бегу. Я вообще, мне сказали, что это тал Диониса. Тут я ему просто даю тал карателя и просто добиваю. Это было, оказывается, просто фул круж. И плюс фул круж в карман. Погнали, короче, ну, к следующим моментикам. Короче, пацаны, у нас второй ивент. Это прям был он очень жирненький. Сейчас вы увидите, кого мы с вами убьем. Короче, тут я прилетел, делаю дабл-чарку, тэпаю тиммейта, и мы начинаем этих ложков сносить. Я беру на себя панакею, мой тиммейт берет толкобры. Но сперва они меня прожимают одной. Толкобры мне просто падает в ноги, даже не дав никакого отпора. Потом я говорю тиммейту бафнуть победилку, но мы все-таки решаем уже бить их без победилки и так далее. Блять, минус то, что они были с дебафами и под арбиками, то есть с ледянками. Меня это немного раздражало. Но все же мы смогли дать им отпор. Просто смотрите, какой урон идет. Тут он бафает под себя непонятно что. Я ему даю талик. И потом все-таки убиваю. Он бафает под себя вообще все. Тут, ну, типа все ресы всосала какая-то дурочка и ливнула. Но все-таки я залутал фу броню. И, ну, в принципе, я купил. А тот толкобры, он ливнул, и мы его не смогли догнать. Ну, как бы, поехали к следующим моментам. Тут у нас еще один СС, мы чисто так прыгнули в яму и подропали достаточно кучу беспочинок, потому что там более нормальных типов не было. В итоге мы их просто подропали. Ну и получили халявные за 5 без починки. Тут, ну, короче, просто такой стандартный СС. Ну, такой себе, если честно. Но все-таки хотя бы что-то расходы мы окупили. Ну, так, тут это типа талик дал. Это, кстати, того Манеса. Бам-бам. Ну все, короче. Думаю, это нет смысла показывать. Поехали следующим моментом. Thank you.
Это фарт гэнг, это фарт гэнг, сука. You never see me in a million, you know what I'm saying. Never see me in a million, you know what I'm... Короче, пацаны, это продолжение первого СС, где я убил того карателя. Короче, тут он... Просто ничего такого прям интересненького нету. Но все-таки мы тут хоть кого-то да убили. Тут он просто прыгает. Ну, я прыгаю. И убиваю. Ну, сарану, по-моему. Ну, и всасываю только один шлем. Ну, нас тут целая толпа. То есть около 6-5 человек. Ну, и мы начинаем вообще сжать фулл сес. Плюс в яме какие-то типы. Там, по-моему, того кобры тоже. Я тол кобры. Кстати, напишите в комментах, под чем мне лучше пехаться, под тол кобры или под Афиной. И да, МБ следующий ролик я запишу с толом карателя. Посмотрим. Тут я просто сношу типа, как нефиг делать. Ну, это тол кобры. Тол кобры, тол... Ну, в принципе, вообще изи. Я плюс я под победилкой, под всякой этой фигней. Он наш берет тол карателя. Ой, тол... Путаюсь уже, тол крайта. Я ему почти даю талик, но он успевает захаваться. Я ему даю диску. Стреляю в него арбиком. И начинаю дожимать. Он вообще теперь не сносится, потому что он под чаркой захаванный. Ну, как бы, плюс я еще под слабкой. На меня накинули серную кислоту. Пытаюсь выпить молоко, но он мне не дает. Меня хлопует мой тиммейт. Все-таки я выпиваю это молоко. Перебафаюсь. Так. Зову всех тиммейтов, бафу силу 4. Мы идем их сносить. Как же меня вот эти кобры бесят. Я не знаю, просто они почему-то иногда сносятся, иногда нет. И меня это подбешивает. Я думаю, буду его снимать только теперь с Афиной. Как вам вообще удобнее, просто пишите в комментах, под чем я буду пехаться. Так. Тут все мои тиммейты, ну, дропают. И тут дропают типа. Вот этот тип все всасывает. Я даю явку и пытаюсь его убить. По нему урон вроде идет, а вроде и нет. Если что, сейчас на ФТ новый античит, и вроде как только Норик сейчас обходит. Ну, и не только, и Excel, по-моему. И также, когда на вас агрится античит, у вас тупо не идут удары. Тут я просто элегантненько откидываю на него серку. Начинаю прожимать. Хотя вообще не знаю, зачем я на него серку кидала, хотя это просто обычный талик. Ну так, чисто по приколу. Тут мы начинаем их всех жать, и тут появляется толк кобры. Они все пытаются ливнуть, потому что у нас фулл СС, и нам вообще никто не может нас убить, и никакого отпора нам не дают. Тут меня скидывают в яму, но я хорошо просто так вот падаю, не так уж и далеко. И тут мы опять начинаем прожимать эту тау кобры. Он вообще просто, я не знаю, как они так живут, когда мы их жмем втроем под силой какими 4. Ну, это вообще unreal, я думаю. Тут он ставит пласт. Ну, как бы, тут он пытается вообще хоть как-то жить, хоть что-то сделать. Очень, кстати, неудобно, когда, ну, типа, не видишь хп. Меня это подбешивает. Тут он уже того гида взял. И просто иду явку и смотрю, что мы его вообще не сносим. Я не знаю просто. Я потом кобры под силой 4. Не, ну, вообще не сношу. Плюс все мои... Ну, кто там жмет, тоже под силами 4. Тут я увидел еще одну кобру. Короче, этот СС немного бесячий, потому что тут вообще никто не сносится, зато все живут. Тут этот даун случайно прыгает в яму. Я, естественно, за ним. Это, если что, не ансофт, это вроде софтяра. Ну, мы его уже вдвоем жмем с моим тиммейтом. Тут он кидает серку. На меня хорошо, что не попадает, потому что... Ну, у меня сила... Ну, до сих пор сила 4 еще. Так, он уже пьет молоко просто. Ну, ему... Даю выпить молоко и просто вижу, как по нему идет урон. Тут он бафает под нас всех победилку. Мы ему даем спокойно талисманчик. Так, тут вообще подсосы подзалетали. Мы его все-таки убили. И начинаю я прожимать подсосика.
Боже, ну я не знаю, так меня бесят эти подсосы в Z4, которые залетают и, ну, живут. Просто я не понимаю, как люди эти живут, реально. Они, понимаете, залетают, всасывают под Z4 и как-то умудряются ливать. Я вообще их не понимаю. Так, тут уже залетает опять то край-то. А, нет, он от нас ливать пытается, это как раз тот тип. Короче, пишите, еще один интересный момент покажу. Короче, в этом моменте мы продолжаем жать того же типа, который ушел с нашими ресами. То есть он вроде всосал фул сета с тавами, ну, того, кого мы убили. И вот как меня такие люди бесят, которые ходят с отдачами, всасывают, а потом не дают их убить. Это, я думаю, вообще жесть. Мои тиммейты тоже кидают. Если что, мы остались вдвоем, потому что вроде модер зашел. И мы только вдвоем. Мы ему дали КДМ, чтобы он не успел ливнуть. Вам, я по нему даю пару критов. И там надо, если чтобы зажимать, это Shift плюс Ctrl. И все. И вот так вот меня тупо флагает и отпускает вниз. Ну, короче, он ливнул. Ну, и мы тоже ливнули. Короче, пацаны, на этом все. С вами был Фрид. Гетайте Нурик и покупайте мой самый лучший конфиг на Нур-Султан. Если что, заходите в мой Дискорд и Телеграм. Ну а всем удачи и всем пока.